Коммунистов обижать немного даже жалко. Убогие они больно нынче, не то что в лучшие свои года. Вот когда они мировую революцию планировали, это было, да, эпично. Представьте только, бдыщ, по всей планете, во всех странах одновременно из ворот заводов выходят работяги и сносят нахуй власть буржуев и устанавливают так называемую диктатуру пролетариата. Что это такое? Это значит, что Карл Маркс сделал в свое время капитанское открытие. Наебывают простого человека мерзкие капиталисты. Ох, наебывают! Рабочий, скажем, из говна и палок делает ракеты. Буржуй их продает задорого, рабочему платит хуй с маслом, а сам жрет всякие рокфоры. И так Марксу обидно стало за рабочий класс, что он придумал для него прекрасный новый мир, где на заводах роботы ебашат, а люди все упарываются чисто по творчеству, и нет ни бедных, ни богатых, всем примерно одинаково пиздато. И чтобы, значит, оказаться в этом новом мире, надо, чтобы работяги взяли тяпки и лопаты и забили нахуй в землю всех капиталистов, банкиров, аристократов и вообще любого, кто под руку будет пиздеть и мешать этим рабочим строить рай. И всех церковников, чтобы захуярили к ебени матери. Ведь человеки состоят из мяса и костей, а бога никакого нет, это наебка. И всех интеллигентов тоже, а то уж больно суки умные, очки напялили и ходят, бляди, нехуй тут. Вот эта диктатура пролетариата, собственно, и есть. И вот когда, допустим, все плохие люди с точки зрения рабочих уже убиты, тогда оставшееся человечество сливается в ебических размеров государства, и на планете наступает новая эпоха. Сначала строится социализм, это почти как коммунизм, только с правительством. В правительстве сидят все те, кто точно знает, что куда совать, чтобы наступило счастье, и рулит остальными коммунистами. А те, значит, поют и двигаются в будущее. Каждые 5 лет правительство шлет коммунистам план дальнейших действий. Типа надо построить 100 заводов по производству башенных часов, их не хватает, а вон ту фабрику игрушек надо закрыть, ибо нехуй зря пластмассу тратить. И хуяк! Через 5 лет каждый на планете может поднять голову и узнать время по ближайшей башне. А заодно и сэкономлено 12 сотен тонн пластмассы. Охуенно! Четко! И разумеется, всем жителям Земли доступно полностью бесплатное образование, прославляющее труд. Ведь труд из обезьяны сделал человека, а из человека коммуниста. И вот в назначенное время, когда все нужные заводы бесперебойно выпускают нужную хуйню, а люди правильно замотивированы по самую макушку, правительство берет и самораспускается и отменяет деньги. Все, мы в коммунизме. У каждого из личной собственности есть зубная щетка и расческа. Все остальное нахуй не упало человеку будущего. Когда человек будущего хочет есть, он отправляется в столовую и жрет бесплатную картошку, которую готовит там идейный повар. Повара прет ебашить по хозяйству. Повару стыдно отдыхать, если человек будущего не накормлен. Если после еды человек будущего вдруг захочет срать, он отправляется в общественный сортир, в котором есть не менее идейная старушка. Старушке нравится за всеми убирать говно и пробивать забившиеся унитазы. Старушке было бы стыдно, если бы к ней зашли, а в туалете беспорядок. Облегчившись, человек будущего сядет в ракету и отправится колонизировать Юпитер. И там направит свой корабль в глубины атмосферы этого гиганта и его расплющит вместе с экипажем. Потому что ну его в пизду такое будущее.